В понедельник утром в Кировском районном суде началось оглашение приговора адвокату Анастасии Истоминой. Свою вину женщина не признает, хотя инкриминирует ей несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств по гражданским делам. Под различными предлогами на проведение экспертиз, оплату госпошлин, подачу исков Истомина брала у своих клиентов деньги. Доверители не подозревали, что предлоги были вымышлены. Между тем, чужие рубли адвокат складывала в свой кошелек. Всего в уголовном деле значится сумма, превышающая 10 миллионов рублей. Гособвинение рекомендовало суду назначить Истоминой 7 лет колонии общего режима, а после освобождения запретить заниматься юридической деятельностью на 3 года. Оглашение приговора займет несколько дней. Известно, что в Демидовском университете Анастасия Истомина была одной из лучших на курсе. После вуза она устроилась в адвокатскую палату сначала Ярославской области, а позже Москвы.